Всем привет, ребята, мы продолжим эту игру Roblox играть. Эту хоррор-игру. В прошлый раз мы не так сильно бухались, а в этот раз это вторая глава. Я вроде лег спать и оказался здесь. Непонятно как, ну ладно. Похоже на коридор из подвала. Скажите. Так, здесь какие-то двери. О. Я потишу звук, зато здесь 100% будет что-то. Давай. А, я вижу тебя. Я тебя вижу. Во, все, иди отсюда. Блин, а мне туда разве не идти? Он вроде туда пошел. Да йо-йо-йо, как в прошлой серии застрял в двери. Так, сначала здесь. Здесь завалено. Значит, пойдем сюда. Там тупик. Раз он туда побежал, я сюда побежу. О, мне кажется, что здесь что-то будет. Я сразу же побежу. А все, я не оборачиваюсь. Кто-то сзади меня бежит. Вроде оторвались. Здесь ничего. Пойдем туда дальше. Дальше пойдем. Надеюсь, больше таких погон не будет. У нас 100% сзади было. Я не знаю, куда я бежу. А, подвал в подвале. Понятно. Так, бежим. Надеюсь, больше погони не будет. Стена пробитая. Капец, длинные коридоры здесь. А как пройти? Ладно, давай туда пойдем. Я лучше прячусь. Спрятаться, я так и знал. Давай, быстро, прячемся. Так. Пока не выходим. Капец. Хоррор.
отсюда можно выходить? А, да. Выход. Ой. И что? Три часа. А что дальше? Что дальше? Полагаю, это был плохой сон. Возвращаюсь в постель. Не, это не был плохой сон. 100%. Че ты так часто спишь, блин? Третья глава. Это что, FNAF? Короче, ребята, на этом заканчиваем. Третья часть, наверное, будет сегодня или завтра. А всем пока!